Собрался, блин. Стоять. Стоять. На старт. Внимание. Марш. Он здоровый кабан, я так со стороны на него смотрю. Тушенка. Погнали его взвесим. Куда? В собачий магазин. Там нет еще кого. Танк. 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 Алло. Алло, не слышь, собачка. Собачка не слышит все. Ни хера вообще не слышит. Он сейчас все руку оторвет, по-моему. Еще один новый способ, чтобы собака шла рядом. Нужно, чтобы вот так он попрыгал. Он сейчас умается. И уже никуда не будет рваться. Ему будет хорошо, медленно. Тащиться рядом. Да, танк? Вот, молодец какой. Давай, не лени. Он уже плачет, все. Давай, давай, давай. Давай. Ну, жрите, скоро не достает. Вышпрыгай. Вышпрыгай. Вот сейчас очень высоко было. Ребятенок смотрит. Нет. Прыгай, чего ты? Давай. Это что за прыжок такой? Фейковый. Вот. Попрыгай, скажи, смотри. Ладно, пошли. Танк, не жри листву. Фу. А мне как не выпрыгну. Все, уже устал. Уже долго думает. Прыгай давай. Дворник проходил мимо, говорит, он надо стоит этим, психатором, говорит. Ты помнишь, как щелкать зубами. Все, устал. Уже идет рядом. Нет, еще не устал, прет. Можно.
Устал. Да, я же говорю, он психованный. Какого места? А? Всегда здесь прыгаем. Чего? Всегда здесь прыгаем. А, это всегда места для прыгания. Татеша, татешки. Надо добить собачку, вот, прыжками. Тан, ко мне. Иди сюда, вперед. Вот какой красивый, молодец. Танк. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк. Пока танк прыгает, прыгай. Вот танк какой. И травку ест. Переходите обязательно на Яндекс.Дзен. Там нам ставьте лайки. Там есть монетизация, в отличие от Ютуба. Сейчас, в данный момент, идет сбор средств на мороженое для танка.